Что, с мамой говорил? Как дела у вас? Никак не могу усеться. А ты скажи, кто именно ты? Скажи. Я прикрою дверь. Я. Нет, язык я не собираюсь показывать. Здравствуй. Как у вас всех дела? А что тебе еще? Что ты хочешь еще, чтобы я сделала? Рассказывайте, ребята, что у вас, как дела? Нет, наклоняться я не собираюсь. Вы рассказывайте, давайте. Я вот недавно пришла с колледжа, с учебы. Я должна была встретиться с человеком. Блядь, ну как меня выбесило, извините за мой мат, но меня просто выбесило то, что эта встреча отменилась. Вот вы можете представить такое? Вот мне бесит. Просто вот... И просто вот бесит, когда вот все, ты собрался, вот ты все, вот сейчас будешь выходить, и тут тебе надо, извини, блин, не получается. Зараза. А у этого человека просто дверь заклинила, он не мог выйти из квартиры. Пипец, здорово, просто бесит. Я танцевать не собираюсь. Это просто пипец как. Нет, я знаю, ой, я знаю, у этого человека просто реально дверь клинила, и привет. И мне на самом деле я немножко расстроилась, что меня выбесило, именно выбесило, я разозлилась. Я без понятия, я обычная девочка.